Давно хотел посадить свое дерево, не знаешь где? 16 сентября стартует акция «Наш лес. Посади свое дерево». Опыт не важен, вам все расскажут и покажут. Готовы ли одинцовцы принять в ней участие? Сейчас узнаем. Хотели бы поучаствовать и посадить свое дерево? Да жить бы еще по состоянию здоровья. А вообще участвовали в таких акциях? Ну, иногда бывает. Когда-то, давно. Вообще сажали когда-нибудь деревья? Был опыт один раз. И вообще, для чего такие акции нужны, как вы считаете? Ну, скорее всего, для того, чтобы как-то обогатить планету, наверное. Сажал я деревья, было дело. И когда в школе мы учились, в городе Коломны, мы ходили, мы сажали. Как и кустарники, и деревья сажали. Как вы считаете, вообще надо работать над озеленением? Обязательно, обязательно. Это необходимо не только для окружающего мира, но и для птиц, для животных. Это очень полезно. Вообще сажал когда-нибудь деревья? Ну, и во втором классе. Сажал, да? А тебе понравилось? Ну да, интересно. Как ты считаешь, для чего это нужно нам? Ну, для того, чтобы восполнить те деревья, которые вырубили. Молодежь, ну кто бы еще так более-менее не себя чувствовал, все бы пошли посадили бы дерево. Это очень хорошо, озеленение. Ну, мне лично интересно, как это вообще все происходит, собираются люди. Потом это очень, это здорово, когда люди понимают, что экология играет не последнюю роль в жизни каждого человека. Поэтому такое массовое собрание, когда люди осознанно приходят на такие мероприятия, это круто.